Выступать будет перед почтенней республикой прямо сейчас. Масянь, ты что, вот прям серьезно считаешь, что это смешно? Говорит, как будто у тебя дефект дикции. А? Серьезно? Детский сад какой-то, блин. Не, я с тобой полностью согласна. Это совершенно не смешно. Нафига ты это делаешь? Фрюдель, какой ты примитивный чувак. А? Красавчик. Это же рекурсивный юмор, рекурсивный. Понятно? Это когда настолько не смешно, то уже опять смешно. Не понял. Смешно тем, что не смешно? Ага. Бывает даже смешно от того, что не смешно, от того, что не смешно. От того, что смешно. Смешно, потому что не смешно, когда смешно. Не всяк! Молодец! Въезжаюсь помаленьку! Ну, в общем, встречайте! Вот вам, пожалуйста, Олег Куваев пришел. Приполз, можно сказать, приперся, пришлепал, пришкандыбал. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Я бы хотел сегодня поговорить с вами о Господе нашем Иисусе Христе. А, напряглись, а? Напряглись немножко. Немножечко напряглись, а чуть-чуть все-таки напряглись, а? Повелись немножко. Подумали, о, хуй, кто там записался. И сейчас будет за наши же денежки парить всякой сектантской чушью. Не, ничего такого не будет. Будет без эксцессов. Без эксцессов я вообще про религию шутить не буду. Вообще не буду. Теперь про религию шутить нельзя. Потому что это теперь опасно для здоровья. У нас теперь тут везде где-то исламское государство какое-то ходит. Теперь еще христианское государство появилось. Будет потом скоро буддийское, видимо. В таком случае я лучше запишусь в Джарастафари. Есть Джарастафари государство? Будет ходить такой, oh no, woman, no cry, целыми днями. Отличное будет государство, я туда сразу запишусь. Здравствуйте еще раз, теперь я поздороваюсь с вами нормально. Очень приятно. Я когда начал так свое выступление на еврейской конференции тут в Америке, тут недавно с этим Иисусом Христом, вот там был эффект потрясающий, конечно, просто потрясающий. То есть такая тишина гробовая, они такие вдохнули, и выдохнуть-то не могут, и только в тишине скрип стульев, отжимаемых ягодиц, такое напряжение, только такие молнии, и вдалеке там где-то у стеночки бабах. Это упал в обморок человек, который меня туда в гости приглашал. Нет, такого ничего не будет, я уже ученый, я знаю, не надо перебирать. Не знаю перебирать. Меня зовут Олег Куваев. Вы, скорее всего, меня знаете как автора «Масяни».
ничего с этим не поделаешь. Я уже к этому привык. Никуда от этого не денешься. Это уже клеймо, это уже на лбу, это уже здесь выжжено, вот здесь просто просто каленым железом просто выжжено. Никуда от этого. Я привык к этому, ничего страшного. У меня на могиле будет написано «Масяня». И кто там его сделал? Да хрен, мой какой чувак там, «Масяня». Ничего, привык к этому, что с этим спорить. Меня очень часто спрашивают, а не достало ли ваше собственное творение? Таким злорастом таким. А не достало ли тебя твое собственное творение? Не пожалеешь теперь? Я говорю, я вижу у вас на лице многолетняя невыспанность и следы нервных срывов. А вас не достало ваше собственное творение? И у вас дети, видимо, явно. Я это вижу, Сколько раз вы жалели, что не надели вовремя презерватив? А у вас-то был презерватив. Вы не воспользовались? А у меня-то не было? Не придумали пока еще презервативы для творческих работников? Нету пока. Ничего не пойдет. Не, можно, конечно, себе представить. Какой-то такой большой надувной шар, да, там сидит чувак, там рисует. А ему говорят, не выноси оттуда только, ни в коем случае. И вовремя впусти. Очень, когда слушаешь попсу, очень часто думаешь, жалко, не спустили вовремя. Вот, гады. А живые-то дети подоставучие будут. Не, я люблю детей, конечно. Мини-мини-мини-мини. Люблю детей, они хорошие, но они же живые люди. Во всем есть и хорошее, и плохое, естественно. Идеален только Ким Чен Ир, вы же знаете. А дети, они как бы доставучие, бывают очень страшно доставучие. Мои, по крайней мере, рисованные, они делают то, что я скажу. Да? То я им говорю, иди направо, он пошел. Налево пошел, пожалуйста. Что угодно ему скажу, он все сделает. Хочешь, там на одной руке ногой стань, другой рукой, левой рукой за правое ухо, еще куда-нибудь заткни, что-то. Он все сделает. А живому, например, у меня живые тоже есть. Говоришь что-нибудь, они делают все ровно наоборот. То есть иди убери в своей комнате. Хрясь ящик Лего просто. До горизонта просто мелких деталей. Какие у нас выходные будут прекрасные. Так что рисованные меня беспокоит меньше всего на самом деле. С ними все окей. Хотя мне очень интересно всегда было, как живут музыканты, вот, которые напишут какой-нибудь один хит случайно, да, а потом вынуждены всю жизнь его петь. Вот я в эту компанию немножко попал, чуть-чуть так боком. Не совсем, конечно, я делаю музыкальные хиты, но немножечко в этой компании я оказался. Очень интересно, как они живут, какой-нибудь напишут, какой-нибудь «Орбит без сахара», да. Вы, допустим, услышите какой-нибудь хит какой-нибудь «Между нами тает лед, между нами тает лед, между нами тает лед, ква-ква-ква-ква». И потом не вышибите его оттуда никак из головы просто. Иди оттуда, выйди уже этот хит вонючий. 2-3 дня пройдет, ничего, и все нормально будет. А теперь представьте, что вы написали этот хит, и вам придется его до конца жизни теперь какой-нибудь... Причем есть же люди, вот, ладно, сплин со своим орбитом, да, у них, по крайней мере, там много хитов, они могут чередовать, выбирать иногда. Ой, мы сегодня не будем, мы сегодня другой лучше споем. От этого мы уже блюем, мы, пожалуйста, другой. А есть же куча музыкантов, которые всего один хит написали, да? Какой-нибудь там Ice Ice Baby, бым-бым-бым-бым-бым-бым-бым. Или какой-нибудь She's gonna obey, это вообще монстры. Или какие-нибудь там Life is life, ла-ла, помните такой? Ла-ла-ла-ла-ла, life is life. Или какой-нибудь еще... You're in the army now. Oh, you're in the army. Now, тут пауза, это важно. Поэтому этот хит очень часто орали в пьяных компаниях, мужики соберутся. You're in the army now. И кто-нибудь один. Oh, you're in the army. Now. Этот хит даже на какое-то время выместил другой такой же, с эффектами, песню, которую любили орать. До этого была советская такая песня, которая... А под крылом самолета о чем-то поет. Зеленое море, пойди! Вынес его на какое-то время. Или какой-нибудь там... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, помните такой, недавно буквально был, или Рымэмбахарабамбару, тоже был такой однохитник, или этот, прикольный, буду погибать молодым, мистер Малой, недавно буквально был такой однохитник, я его встретил буквально недавно, вот, в Питере, в клубе в каком-то, сидит такой несчастный. Его когда узнают, он такой, пожалуйста, не говорите, что вы собрались сказать. Я знаю, что вы хотите сказать, и не надо. И такой доморощенный юморист такой, толкая его локтем под ребра. Так. Ну что, чувак, помирать молодым-то я вижу. Зассал! Убейте меня кто-нибудь! Человек убирает музыкальную карьеру, чтобы получить кайф, веселуху, славу.
халявы, наркотики, бухло и секс, да, а получает такой маленький личный отдок, который все время с ним, какая ирония на самом деле. Есть у нашего замечательного Сида Вишеса, главного панка из группы Sex Pistols, должны знать, самый плохой панк. У него есть один клип, где он поет синатровскую «My Way», очень плохо поет. Очень нарочно плохо поет, он же панк, он должен делать гадости. И, значит, в конце концов, достает просто пистолет и расстреливает синатик публику. Это, конечно, плохо, террорист, да, но я нисколько не сомневаюсь, что именно такие чувства обуревают многих хитовых музыкантов, когда их просто уже в 10-тысячный раз «Спой нам, пожалуйста, этот негр без сахара, давай, так с выражением, нам халтура не нужна, давай, постарайся». Поэтому, когда я слышу какие-нибудь липучие хиты, я все время сразу представляю, со злорадством, естественно, как он уже старый, как пень уже, в каком-то заштатном корпоративчике дискотека 80-х в деревне Годилкино. Life is life. Убейте меня, когда-нибудь, я не могу. Несчастные, конечно, люди совершенно. Но на самом деле действительно чувствую себя таким автором одного хита, когда после двухчасовой лекции, я иногда выступаю с какими-то лекциями, там, рассказываю что-нибудь, и вдруг подходят какие-то совсем молодые ребята, и после лекции просят: «А изобразите нам, пожалуйста, пошел в жопу директора». Не, ну я, конечно, отшучиваюсь там, а потом ухожу за сцену и говорю: «Где этот fucking Sid Vicious обещал прийти?» Молодые совсем ребята, которые родились уже, когда Масяня была уже. Они уже родились, они уже взрослые. Позадумались. Уже родились, они уже взрослые, они уже выросли. Когда это успело стрястись? Вот не понимаю я. Когда это успело стрястись? Вот так по лбу себе. Знаете, на день рождения иногда детей там поднимают на стуле, там раз, два, или за уши там раз, два. Я считаю, что нужно просто вот так вот по лбу просто бить. Когда это успело стрястись? Раз. Когда это успело стрястись? Два. Когда это успело стрястись? Три. Такая была бы отличная, по-моему, традиция, потому что именно такие чувства должно, по-моему, овладевать любым человеком после примерно 14 лет. Когда это успело стрястись? Непонятно совершенно. Мне уже 50 лет. Дорогая, когда это успело случиться? Я на физкультуре всегда в конце стоял. Я всегда был маленький, самый маленький. Уайф, иди назад, иди туда в самый конец. А мне уже 50 лет. Все равно иди туда в конец. Ты последний должен быть. Стрястись. На самом деле смешно очень слово «стрястись». У меня с ним очень личные ассоциации. Есть одна история, я не хотел ее рассказывать, на самом деле расскажу. Ее нельзя рассказывать именно поэтому. Короче, со словом «трястись» у меня всегда ассоциируется с прапорщиком Членовым. Это не начало плохого анекдота, не-не-не-не. Я из культурной столицы, я такие шутки не говорю. Но у меня действительно в армии был прапорщик Членов, что с этим поделаешь? Это факт. Какой бы там ни изображал у себя такого пижона, культурного человека, но это факт. У меня был прапорщик Членов. Я еще помню, когда на первый раз попал на построение, а это маленькая часть СССР, где Дальний Восток, маленькая часть вообще заброшенная в тайге, совсем хрен знает. И значит, первое построение, нам говорят, что сейчас тут выйдет прапорщик Членов, который будет у вас главным. Я такой стою, смотрю и не понимаю, а что никто не хихикает, я не понял. Как бы я понимаю, я там мальчик интеллигентной семьи из Питера, из музыкальной школы, физико-математическая школа, английская школа. А вот это же все сзади нам должно делать. Ни один мышц не двигается, стоят такие. Думаю, странно. А потом я познакомился с этим прапорщиком Членовым, да. Я понял, что действительно никакой мысли даже одной допускать не надо. Потому что это был такой маленький чувак, такой маленький рябой, с маленькими глазками. И в отличие от других офицеров, которые орали, на всех орали на своих солдат, ну как в кино и как в жизни, там. А этот был такой, наоборот, он был такой тихий, спокойный. Он подходил очень близко и говорил тоненьким, спокойным голосом: «Ну что, рядовой Бакаев, вам что-то показалось смешным?» И рядовой Бакаев такой, жир такой: «Никак нет, ты шопчик, никак нет. У нас кому-то бы баню почистить. Занятие для очень веселых людей как раз». «Как меня зовут?» «Давай, родной, давай, рожай». «Прапорщик! Прапорщик, ну, давай, получается уже, давай. Прапорщик
Чистый у нас баня будет отскоблена, я чувствую, с утра. Ой, конфетка. Удивительный был человек. Вот, ну это факт, действительно, было такое у нас прапорщик членов. Но история на самом деле не в этом состоит, не в этом, не в его фамилии в этом дело. Но рисую картинку, значит. Утро, построение, форма одежды, голый торс, солдаты выбегают. Маленькая часть, напоминаю, в Дальнем Востоке, вообще заброшенная нахрен. И бегут, значит, утренняя пробежка по лесам, по полям, вокруг части. Значит, бегут такие солдаты. Сзади прапорщик членов на верховине. Со своим любимым окриком «Тарасенко жопу подобрал!» Что делать было по этой команде, я до сих пор не знаю. Понятно. Бегут такие торчки. И в какой-то момент следует команда «Торчки!» И по-китайски это «баня». Там с Китаем был рядом совсем. Ну, тогда китайцев не было, это СССР. Ну, а каким-то образом слова через границу каким-то ветром надувало, я не знаю. Видимо, ветром, да, у меня голова полна китайских слов. И каким-то образом она попадала. И по-китайски означает «баня». А по этой команде солдаты, торчки молодые, должны были сбежать с дороги и бежать рядом с дорогой. А там трава, высоко растет. Поэтому называлась «баня». В чем фокус этого действа? Если вы, конечно, догадались, что маловероятно, то вы гений. А я сейчас сделаю паузу. Сделал. Это как в сериалах, знаете, когда там что-то такое происходит, торжественное или важное, там сразу так би-би-би-би-би и уходит фейд, да, все в чем-то. И зритель такой, о, блин, на самом интересном месте, фак, о. А они так, как ни в чем не было, раз так обратно из темноты, би-би-би-би, и дальше пошло. И зритель, хорошо, отлично, не надо жопу поднимать, прекрасно. Такое устраивает эмоциональные качели на пустом месте, просто психологический эффект. Вот, может, мне тоже стоит устраивать, когда что-то важное. Итак, в чем суть этого действия, когда торчки бежали по траве. Я на тот момент молодой парниша из Петербурга, совершенно парниковый, все эти музыкальные школы, английская школа, о наркотиках не знал совсем ничего, вообще ничего, то есть совсем пусто. То есть это что-то такое из международной панорамы, там буржуи там травят свой народ, единственная информация, они, буржуи, мы хотим всех убить, всех. Вот то, что нам говорили. Да и надо сказать, местное дальневосточное население, в том числе и прапорщик членов, тоже ничего не знали. Что то, что они курят, это та самая марихуана, которая как бы в международной панораме буржуи. Они просто пили-курили все подряд, что попадется. Это еще горбачевское время было, с бухлом было трудно, поэтому давай сюда, все там, одеколон, там клей, давай, все, давай. Это что растет, давай тоже, неважно. Поэтому они не знали, что это, в принципе, наркотики. Вот. А суть в чем состояла этого действия? В том, что солдаты бежали по этой высокой траве, которая там росла весь день. Не знаю, как сейчас. А там она в тайге, там, блин, на каждом углу, да можно было просто из-под крыльца достать. И они когда бежали, на них, на эти мокрые потные тела, все это налипало смола и, прежде всего, их лица в большом количестве. И когда они возвращались в часть, их гнали, что называется, на чечеточку. На чечеточку. Это сначала их запирали в коптерке, там газетка постелена, и они должны были сделать так. Чучу трейн. И скатывать себя такие катушки вот этого безобразия, смешавшегося с потом солдатом на пол. И приходил прапорщик членов и со своим неповторимым выражением говорил: «Ну что, чудо-богатыри, что у нас сегодня стряслось?» Имея в виду, конечно, сколько нам удалось состряхивать это говна. Это все собиралось, значит, в такую кучку, в такой шарик, такой пластилин, отвратительный совершенно, и называлось это трюфель. Если трюфель был достаточно большой, то торчкам позволялось посмотреть аэробику 15 минут. Аэробика! О, для солдата тогда это было просто высшее счастье. Это было священодействие, потому что часть была маленькая, и брома на нее не хватало. До этого я был полгода в учебке, там был бром, просто все, просто облако брома стояло. Я уже не знаю, какое реальное было химическое соединение, называлось это бром. Это для того, чтобы солдатов, ну, ничего не хотелось солдатам. В учебке все было бром, ели бром, пили бром, там ничего кроме брома не было, там все было бром. Только из брома все были пропитаны, и все, одежду делали из брома, похоже. А вот эта маленькая часть какая-то туда не хватало, не присылай туда. Да их там, блин, 30 человек, все, пусть перетрахают друг друга, да не важно. Не присылали туда, поэтому...
Поэтому для солдата было самое священное действие – аэробика. Боже мой! Ценность всего! Да какие там наркотики? Солдатам не надо было ни наркотиков, ни бухла, даже еды не надо было. Да, ценность всего описывалась только тем, насколько это подвигает тебя к просмотру аэробики. Все, ценность всего любого варианта, чтобы посмотреть. Аэробика! Это что-то было священное, поэтому это было номер один. Вот такая ужасная история, на самом деле, я согласен, она ужасная, поэтому вернемся лучше к Масяне. К Масяне, да, я на самом деле действительно реально... Реально чувствую себя хитоделом музыкальным, когда ко мне кто-то подходит там где-то там в баре, там на улице, и тоже подталкивает так же локтем, ну пойдем-ка покурим-ка! А я такой, о, чувак, ну ты чё, за что? Коньячку-крышечку! Блин, вот что, причем вот, моя аудитория, они обычно, это не глупые чуваки, я же не попсой занимаюсь, они знают прекрасно, что делают, они прекрасно, это называется троллинг, вы знаете, это любимое развлечение 21 века, потроллить немножко. Это же троллинг, он от чего произошел? От детского сада, когда в детском саду, там, хочешь болячку посмотреть? Да, можно потрогать. А, три жвачки! Ну, три жвачки, на тебе. Вот троллинг от этого произошел, на самом деле. И вот такие, троллит меня потихоньку. Он как бы несерьезный. Вот это самый рекурсивный юмор, да, когда как бы, он несерьезно меня стебет, а я несерьезно пугаюсь. А он такой, и кривляемся, как два идиота, в попытках избежать как бы неловкости, которая неизбежно возникает при этом деле, да. Потому что, естественно, до этого мы сидели как два обычных чувака в бане, сидят два обычных чувака, нормальная ситуация, все окей. А когда вот он начинает тебе припоминать, да, твои хиты какие-то, то сразу возникает какая-то такая неловкость, какой-то неудобный момент, он типа должен изображать фана, а я должен изображать типа знаменитость, и вот два калячатся, два идиота. Поэтому, когда меня спрашивают, просто на улице кто-то подходит и говорит, это вы нарисовали Масяню? Вот нечто просто ответить, да. Вот почему-то невозможно. Почему-то невозможно, пытаешься избежать этого неловкости, этого состояния, да, и начинаешь как-то кривляться так, ну, типа, вообще-то, как бы, наверное, типа, возможно, было когда-то так. Чувак, вот скажи, да, блин, что ты упендриваешься? Ну ты же не хочешь, чтобы создалась эта неловкость, эта ситуация такая непонятная. А что касается музыкантов-китоделов, у них очень интересная, кстати, и вот феня, я сейчас знаком с многими музыкантами. Иногда я так подкатываешь, так нажать на больное, так, ха-ха, ну как тебе, блюешь со своим негром без сахара? А у них есть табу, профессиональное табу, ни в коем случае нельзя в этом сознаваться. И спрашиваешь его, ну как, блюешь? Он такой, нет, 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 никогда. Я говорю, счастлив пить негра без сахара каждые 10 минут. Я постоянно готов это петь. Я очень рад и счастлив. Я очень люблю господина ПЖ. Ни в коем случае нельзя признаваться. Потому что это профессиональная этика. Понятно? Потому что зритель, если узнает, что вы блюете на песне «Негр без сахара», он быстро весь смоется к тем, которые поют «Лабутены на снегу». Очень быстро. Так, и пустой зал. Чуваки, чуваки, я только жигнул, не, я не блевал, не, я только жигнул. Блин, ушли все, о, безобразие какое. Ну, в общем, сегодняшнее шоу называется ЧПЗ. Это у меня такое запоздалое интро, да, ЧПЗ, чисто питерские заморочки. Это связано с тем, что я и такой коренной прям питерец, и все мои там предки родились в Питере. Я поэтому обладаю определенными отклонениями психики, как и все питерцы. И эти питерцы, они эти отклонения называют улучшения. Я решил внести в свое шоу сегодня элемент, который называется злобный смех. Очень удобная штука. Вот для артистов это вдвойне удобно, потому что она подходит как для плохой неудавшейся шутки. Это как бы сразу все оправдывает. Как и для хорошей тоже. Отлично, очень удобно, всегда можно использовать. Да и вы тоже можете использовать. В повседневной жизни тоже годится вполне. Где не сделанная работа? Когда елку вынесешь? Ваш ребенок сломал в школе вообще все? Это сразу переводит ситуацию, да, либо на комические рельсы, либо решать, что вы чокнулись, что, в общем, тоже избегать конфликта. Так что вполне удобно. Ну и поэтому шоу сегодня в основном будет про Питер. Хотя, я не знаю, доползу ли я до этой темы, бывает, уносит куда-то. И, кроме того, как бы из Питера вышло все самое хорошее и самое плохое в России, да? Вот интерпретируйте это на свой вкус и мировоззрение. Я, кстати, вот этим летом буквально приезжал в Питер,
тоже там был концерт в Эрарте. И мой приезд был связан с небольшим таким казусом. Я приехал, вышел из самолета и вижу, значит, голубое небо, солнце, теплый денек. Вот тишина, да? Вот Питер сейчас бы меня закидали на помидоры. Да ты что, куда ты приехал? Да ты точно не к нам, ты врешь, ты гонишь. Что ты нас разводишь, подкалываешь, что ли, стебешь? Какой теплый солнечный день в Питере? Вы что? Если вы когда-нибудь начнете свой рассказ, своего сочетания «это был теплый солнечный день в Питере», вы закончите день психушки, это точно. Потому что человеку явно плохо, уберите его отсюда. Не бывает такого. И ухожу, и действительно, а это был действительно просто теплый, редкий теплый солнечный день в Питере. Но я, естественно, тоже выйдя из самолета, сразу решил, что привезли меня куда-то не туда, что это, видимо, какая-то арабская фактория, куда был угнан самолет, что для меня, как для израильского гражданина, особенно приятно было бы. Я буквально рванул обратно по трапу. Мне убедили, что иди, вот что написано, Петя, что-то там, иди, приехали куда надо. Надо же, фигня себе. Потом это выяснилось, что это был единственный теплый день за это лето. Единственный день теплый. Когда именно я приехал, я, естественно, решил тут же, что это для меня. Прямо специально для меня, как бы. И у меня состоялся такой маленький диалог с городом. А питерцы же, они все шизики немножко, да? Они, например, с городом со своим разговаривают, как с человеком иногда идет по улице, да? Ну, я сегодня, наверное, не буду. У вас что, блютуз? Да не, я с городом разговариваю, отвали. Они разговаривают, у меня такой примерный разговор примерно произошел. То есть, как будто бы город мне говорит: куда ты уперся? Смотри, какой здесь ништяк. Кайфушки какие. Куда ты уехал? Давай возвращайся, давай. Смотри, какая красота кругом. А я ему: кого ты хотел надурить? Кого ты? Серьезно? Ты меня хотел надурить? Чувак, я тебя знаю как облупленного. Ты и есть облупленный. А ты кого ты хотел надурить? Честное слово, обижаешь, серьезно. Ну, в общем, как бы, действительно, как бы был теплый солнечный день. Ну, случается такое. Последний раз я это видел где-то лет примерно 25 назад. Ну, редкий такой казус иногда случается. Я когда-то жену свою, вот израильскую, первый раз где-то 10 лет назад, в начале наших еще отношений, привез в Питер в декабре. Что-то вступил просто. Вот просто приклинило меня просто. Такого, на самом деле, своим людям делать любимым нельзя ни в коем случае. Но я просто решил, что-то у нас уже как бы такой уровень отношений, такой интимный, да, как бы интимно можно как бы все как бы говорить. Нет, не все можно говорить. Даже когда хороший уровень интимности, не все. Вот не надо рассказывать, как вы жопу вытираете или привозить в Питере в декабре. Потому что для любого жителя нормальной Израиля или там теплой страны, да, Питер в декабре — это просто мега-шок. Это просто мега-шок. Люди начинают просто смешивать текст со смехом, с нервным. Смесь нервного смеха с текстом — это выглядит так. Вы чё? Вы правда здесь живете? Серьезно? Вот такой примерно эффект. Чудом эти отношения сохранились, конечно, мне очень повезло. Очень повезло. Питер вообще очень интересно возвращаться. Надо специально оттуда выезжать как можно подольше, чтобы вернуться. Потому что, когда возвращаешься после долгого отсутствия, очень интересный эффект наблюдаешь. Ты появляешься в Питере после долгого отсутствия, и у тебя ноги начинают сами ходить. То есть вот те все маршруты, которые ты знал прекрасно, они все, ноги сами идут куда надо. Надо же, я уже не помню ничего, а ноги сами ведут. Это просто очень интересный эффект. Ведь Питер даже не ходит никогда прямо. Вот Питер не ходит прямо по Невскому. Ты что, кто так делает? Нет, это только туристы и дебилы ходят. Прямо по Невскому пошел. Не, надо дворами. Я тебе покажу клевую дорогу. Сейчас я тебе покажу. Нужно здесь свернуть налево, здесь за мусорным баком спуститься в канализацию, пройти под ней, пролезть, потом забраться в другом, войти, выйти. Тут надо подняться на крышу, спуститься по водосточной трубе, а потом еще через два двора, и мы с тобой выйдем. Чувак, это в 10 раз длиннее. Но зато дорога какая клевая, я тебе показал по дворам. И вот все эти дорожки, на самом деле, все их прекрасно помнишь. Все, идешь уже само. Это, знаете, эффект очень мне напоминает, когда там через 20 или 30 лет вдруг тебе попадает музыкальный инструмент в руки, там пианино или что-то. Это сейчас будет чисто питерская шутка, потому что у нас все учатся в музыкальной школе поголовно. У нас у каждого дома рояль просто в туалете. Рояль, только в изгибе маленький унитаз. У всех рояль. Все ходили в музыкальную школу. И все ее бросили, когда контроль чуть-чуть ослаб. Поэтому все немножко помнят. Вот эффект очень напоминает, когда тебе попадается какой-то, значит, инструмент в руки, и ты начинаешь играть, и вдруг с ужасом просто наблюдаешь, что руки сами по себе играют
Бетховена к Элизе без проблем. Вообще, вау, нифига себе. А мои мозги-то как? В мозгах уже ничего нет, ни нот, ничего же, не помнишь. А руки играют сами. Вот у них как будто своя память, у них вот где-то вот здесь такой мозг, такой маленький такой человечек. Боже мой, семейка Адамс, мои руки автономны, они сейчас убегут вообще на какой-нибудь дебильный голос выступать без меня. Ну, знаете, Бетховена к Элизе все должны знать, там еще такие нотки такие наверху, такие, которые можно троллить слушателя. У всех есть на самом деле такие мелодии, которые на переменке перед уроком пения что-то там тебе научили. Обычно это пам-пам-пам-пам-пам-пам, собачий вальс, да? Там одни черные клавиши, очень удобно. Даже дураки его выучат. Я его не умею играть и не люблю. Но на самом деле очень интересная пьеска, очень интересный артефакт. Где-то, знаете, что это тут собачий вальс есть во всех странах? И везде называется немножечко по-разному. Но везде это означает что-то маленькое, смешное такое. Вот. Допустим, в Болгарии он называется кошачий марш, собачий вальс, что-то такое. В общем, славяне близкое, там все любят, когда кошечки и собачки маршируют вместо солдат. Это уже хорошо. В Мексике называется маленькие обезьянки. Такие там амигос, 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 мариачес, маленькие смешные обезьянки. В Венгрии это называется ослиный марш. Ну, осел, окей, это комическое животное. А в Японии называется «Я наступил на кошку». Вот так и называется «Я наступил на кошку». Очень смешное название, но в Японии там все достаточно смешное. Я думаю, исполняется это произведение при помощи оркестра японцев. Есть такой официальный оркестр японцев. Они ездят много по свету. У них есть специальный кашеист с таким мешком. У него там полно-полно кошек на разные тональности. И они исполняют это произведение при помощи, значит, солиста-кашеиста. Ну, в Японии там все странное, да? В Швейцарии это называется котлетный марш. Ну окей, хорошо. Вам смешная еда. Бывает, наверное, смешная еда, я не знаю. В Швейцарии, наверное, есть смешная еда, где человек приходит в ресторан и говорит: «Дайте мне что-нибудь самое смешное, что у вас есть». Я говорю: «О, сейчас я вам принесу. О, смешно, ржетесь». Приносит: «О, смешная еда. О, какой смешной шницель. Смешной шницель, какая смешная еда». Самое смешное, по-моему, как раз называется в Дании. В Дании это называется «Фрикадельки убегают через забор». Очень такое мультяшное название, очень легко себе представить, как они это делают. Ты потом Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель пошел, перепрыгнув в забор. Фрикадельки такие: «Убегают все из Дании, фрикадельки! А, фрикадельки! Это свободные кадельки». Ну вот, нет, у меня вторая мелодия не такая. Я скажу, вторая мелодия, которую я до сих пор помню, это «Город над вольной Невой, бэп, бэп, город нашей славы трудовой». Ну, конечно, конечно. «Слушай, Ленинград, я тебе спою». Естественно, как же мне это не помнить? Как же это не помнить? Естественно, там слова, правда, дурацкие, но неважно. Играть-то помнишь как? И бывают такие очень интересные ситуации, когда тебя жизнь забрасывает куда-то совсем уже в жопу, куда-то в Африку, куда-то ты там на каком-то ржавом джипе там по этой пустыне уже бензин кончается. Бензоколонка сдохла, я здесь. И тут, наконец, бензоколонка, о, хорошо, да, бензоколонка заправится, значит, я здесь, по крайней мере, не сейчас сдохну. И заходишь на эту бензоколонку, там маленький магазинчик какой-то, продают какие-то сувениры, там жопа крокодила. И ты такой маленький отдел для детей, там какие-то игрушечки, а, пищалка какая-то японская за $2 буквально. Я оглядываюсь так. И тут же откуда-то из бархана просто выкапывается какой-то зомби. Я тоже из Питера! Вот такая замечательная история. Ну, а если говорить о перемещениях, люди перемещаются много по свету в 21 веке, мотаются туда-сюда, никто не успевает сознание совершенно за твоим телом. То есть сознание обычно в одном месте, а сам ты уже где-то в другом. Не успевает, оно тормозит. Ты уже в Биробиджане,
Наверное, где-то в Узбекистане, такой Биробиджан. А сознание еще в Таллине, да? Оно встает немножко, пока оно доползет. Оно тупое сознание, оно пока доползет. А ты еще в Таллине. Вот Таллин — интересное место. Я когда пишу слово Таллин, я все пишу много-много одинаковых букв. На всякий случай, чтобы никого не обидеть. Потому что я точно не помню. Где-то много букв, они где-то удваяются. И очень много, и чтобы никого не обидеть, пишешь просто Таллин. Вообще они там наши соседи, вот питерские, тут эстонцы, финны, они любят, когда очень много лишних букв, они очень много лишних букв, одинаково желательно, для того, чтобы речь звучала, как магнитофонная запись, пущенная наоборот, да? Мороз и солнце, блядь! Финны любят, да, чтобы это было, так звучало. Ну ладно, ведемся к перемещениям людей в пространстве. Есть люди, которые много перемещаются, есть люди, которые мало перемещаются, да? Вот есть люди, которые перемещаются все время, они недовольны и постоянно, им ничего нигде не нравится, вообще постоянно весь неудовлетворенный, вот они такой: в России меня достали коммунисты и гопники. Тогда я переехал в Израиль, а там меня достали арабы или пингвины. Ну, пингвины эти вот религиозные, они черно-белые. А вот тогда я переехал в Канаду. А в Канаде мне достали тормоза и холода. В Канаде тормоза. Тогда я переехал в Австралию. А в Австралии мне достали коалы. Коалы. Они же такие миленькие коалы. А вот название их слишком напоминает кал. Мне все время спрашивают: вы видели кал? Да, я жил в Австралии, я видел много кал. Я даже видел кал-коал. И это не специально. Это ведь специально. Вы знаете, что коалы кормят своих детей собственным говном? Ну, это факт. Это действительно. Представьте, что было бы, если у людей так было, да? Миша, иди кушать! А что так неожиданно? А потом я переехал в Америку. А в Америке там, блин, там негры, опоссумы и реднеки. И реднеки, не могу дождаться. И такие люди обычно падают, куда-то бежал, просто путешествуя постоянно. Куда-то бежал, там упал и просто подыхает там. Ну и не жалко, ни хрена, ни одно приличное место на этом шарике. Да, счастливые люди умирают с удовольствием. Есть люди, которые мало перемещаются, вообще никуда толком не перемещаются. Сидят на одном месте на диване: ой, я никуда не пойду. Миша, иди помоги кур доить. Никуда я не пойду, я здесь сижу, на этой половине дивана моя родина. Я здесь, я буду всех, никуда ты меня не звишь. Чувак, да на этой половине дивана тоже твоя родина? Не-не-не, я тут родился. Ой, тут пятнышко, видишь? Я тут родился, я никуда не пойду. И домкратом его, домкратом. Не-не-не, хулиганы мешают родину любить. Никуда я не пойду. Такие люди иногда, если поставить камеру, вот снять таймлэпс. Таймлэпс — это когда редко снимают, но часто показывают. Вот жизнь просто как бег просто между домом и сральником. К старости быстрее. Упал, не дойдя до сральника. Сдох. Все, вся его жизнь. Но это тут две причины только могут быть. Либо человек считает, что он дерево, что в принципе это патология, потому что у человека есть ноги, и он может сделать один шаг за пределы сральника. Вот здесь тоже твердо. Либо это какой-то страх жизни, потому что у многих людей есть страх жизни, потому что они здесь все знают, здесь я знаю, куда идти, куда ползти, куда прятаться, если что. Я знаю, что я там не видел, ну куда я пойду, что я там не видел, а ты что там не видел, что я там не видел, ты я что там не видел, ну что там не видел-то, куда пойдешь? Такие люди обычно считают любопытство грехом. Ну, как в мультфильме «Семейка Крудс». Не помните, недавно был мультфильм «Семейка Крудс». Там считалось любопытство грехом. Но ничего вы не смотрели. Никто не смотрит мультфильмы, на самом деле. Вообще никто не смотрит мультфильмы. Никто, никому они нафиг не нужны. Знаете, вот анимация – интересная штука. Она включает в себя все остальные жанры. Вот. «And nobody gives a shit». Как говорят американцы, такое интересное выражение, оно означает как бы, когда всем пофиг, nobody gives a shit. А в переводе буквально оно означает: никто не дает говна. Странное такое выражение, то есть получается, что как бы, если тебе не нравится, ты говна не даешь. А если тебе нравится, ты целую тележку прикатил сразу. Это все тебе. Если вам понравится мое выступление, не делайте так, пожалуйста. Мне не нужна эта тележка. Ну, а до анимации, на самом деле, никто толком не смотрит. Их только дети заставляют вас смотреть мультфильмы. И когда появляются дети, то начинают мультфильмы фак ненавидеть.
Ладно, я поставлю тебе эту дурацкую пепку в 2805 раз. Ой, не могу больше это видеть. Я уйду из дома, пока ты смотришь. Не-не-не, эти ручки дурацкие пищели. О, блюдо, блюдо. Ненавижу, блин. Кто этот несчастный говнюк, который мультфильмы делает? Здрасте, я несчастный говнюк. Дети вообще любят, на самом деле, мультфильмы, и любят они его по одной простой причине. Им просто создается такая упрощенная картинка мира, да, где все просто, где все понятно, где все залито одним цветом, никаких полутонов. И вот тут сидит ребенок, смотрит, да, вот тут у него тут экран, у него тут плута, а здесь у него папа вышел со следами вообще всего на лице, вышел с утра из спальни. Все неудовлетворенности, все комплексы, все... Доброе утро. И ребенок, естественно, выбирает, да, он говорит, а, здесь все просто, понятно, здесь плохие, хорошие, все окей. Но в какой-то момент, естественно, ребенок начинает интересоваться. Папа, скажи, а вот дядя Гриша, что-то я не понимаю, он хороший или плохой? Ну, понимаешь, сынок, понимаешь, в жизни не все так просто. Вот, а, Гриша, вот, понимаешь, он по пятницам, пиздатый чувак, вообще молодец, отличный чувак. А вот по понедельникам, пиздец, мудила, я тебе этого не говорил. Я тебе маме не говорил, понял? Я такие слова тебе не говорил. Ни в коем случае. Не-не-не-не. Вот, да, такое вот создается впечатление, что мульты действительно никто не смотрит. А я делаю мультфильмы для взрослых. Это немножечко другая опера. В Советском Союзе, значит, был такой блок мультфильмы для взрослых, который шел 23.05, по-моему. И там показывали, значит, мультфильмы про каких-нибудь там бездельников, тунеядцев, лукашей, стиляк. Про каких-то вот социально неприемлемых элементов, но недостаточно неприемлемых, чтобы их расстрелять. Для них вот сатиры. Но если сатира не сработает, вот такой был блок мультфильмов. А в нынешние времена это интерпретируется немножко по-другому. Да, поэтому мне иногда очень трудно объяснить людям, которые совсем не знакомы с тем, что я делаю, чем я занимаюсь. Когда попадаешь в какую-то ситуацию, вот с какой-то там мамашей из садика, из школы, там еще где-то, или в лифте вы едете, о чем-то говорите, а чем занимается, чем вы занимаетесь? О, я делаю мультфильмы для взрослых. Такой перверта лет сразу. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Она уже вся в голове в Google ввела, да? Мультфильмы для взрослых. Еще нажала на картинки. Бжжж, выкатила. Свое чадо сразу так за спинку, не играй с ними. Пойдем. Поэтому сказать, что я делаю мультфильмы для взрослых, это все равно, что сказать, я делаю резиновые вагины. Ну, кто-то должен, правильно? И когда я вижу такую панику на лице, я сразу пытаюсь объяснить, что не-не-не, вы неправильно поняли, это не то, что ваш внутренний Google вам подсказал. Это просто мультфильмы для взрослых, в смысле взрослые темы там и все такое. А, ладно, иди играй с ним. И чувствую, что селенки еще работают. Если это не порнуха, да, а детям нельзя, то что еще нельзя-то нам? А, викторина такая, пим-пим-пим-пим-пим, а, наркотики и убийства. А, ну да, ты угадала, да? Ну, бывает, я же говорю, детские темы, бывает и такое, конечно, всякое бывает на взрослых темах. И потом идешь такой мимо школы и слышишь с другой стороны, а это вот идет, который занимается наркотиками и убийствами. Мари, пошел. Мультфильмы взрослые, они, да, они в основном про козлов. Если взять там Симпсонов, там Фраев, там American Dead, что угодно, Масяню, там, я уж не говорю про Южный парк, они все про козлов, потому что про обычных людей неинтересно. Ну, что можно сделать про обычных людей? Ну, я проснулся утром, я съел свои хлопья и сделал зарядочку, иду я работать бухгалтером, я сегодня сдам отчет. Поэтому я делаю про козлов. Я вам маленький такой экскурс сделаю, да? Первые артефакты, которые найдены были археологами, которые каким-то боком можно отнести к анимации, нашли на территории нынешнего Ирана. И это были такие осколки керамики. Ну, разумеется, осколки керамики. Мы же все знаем, что древние люди десятки тысяч лет только и делали, что керамику. Они больше ничем не занимались, только керамикой. Мы находим только керамику. Они рождались в горшках, они умирали в горшках и жили в горшках. Они были как домами фанатами керамики и только керамику делали. В некоторых культурах была какая-то маленькая такая прослоечка населения, процентов 10 буквально, которые строили фундаменты. Иногда находим.
А в основном керамика, только 100% керамика. И вот археологи нашли, значит, несколько осколочков керамики, на которых были изображены разные фазы движения козла, прыгающего, чтобы достать листик. Вот так, и они сразу решили, о, это, видимо, похоже на анимацию. И я, например, не знаю, что делали с этой керамикой тогда. Трудно, конечно, уже узнать, и никогда мы не узнаем. Но можно предположить, и мне хотелось бы думать, что это действительно как-то использовалось. Был, видимо, такой кувшин. Там по краям были эти фазы движения козла, да. И этот кувшин, видимо, ставили на гончарный круг, быстро крутили, а человек делал так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык глазами. Ну, на самом деле, чтобы получилось что-то, нужно еще, чтобы частота мигания глаз, да, она соответствовала частоте смене картинок. Поэтому, ну, я предполагаю просто, они между картинок еще втыкали такие мухобойки, чтобы били по морде, когда нужно мигать. Вот это действительно сработает, это действительно сработает. Можете дома попробовать. Чё морда вся избитая? Опять мультфильм смотрел? Порнуха, не говорит? Порнуха? Не, там что-то про козлов было, про козлов. Вот, а ситуации с мультфильмом для взрослых, конечно, я попадаю достаточно часто. Я сейчас расскажу вам один прикольный случай, как я попал в случай. Значит так, на фестивале я обычно не езжу, я не очень понимаю смысл, хотя я занимаюсь анимацией, есть всякие фестивали, я никогда не езжу, я не понимаю смысла. Там какой-то вот этот парад тщеславия, я не понимаю, почему какие-то коллеги добрые, которые до этого буквально так дружно так работали, мы рисуем вместе, мы друзья навек, такие. Там они вдруг на этом фестивале вдруг становятся врагами, они начинают крошить друг друга, бить друг друга бейсбольными битами. Да, сука, мой ёжик лучше, чем твой. И так отрывая голову просто кровавленную, я победил. Не понимаю смысла этого соревнования совершенно, как можно сравнивать художников. Вообще, они говорят о разном и разное совершенно. Что лучше, черная жопа или шишки в лесу? Ну, непонятно совершенно. Как это можно сравнивать? Просто на фестивале я обычно не езжу. Но иногда я попадал по каким-то другим причинам. Вот я хочу рассказать, как я попал на фестиваль, который назывался «Улыбнись, Россия». И проводился он в славном городе Астрахани. Это был такой замечательный фестиваль каких-то комедийных программ. Там меня пригласили, но я поехал туда по другой причине. Дело в том, что у меня была одна знакомая девушка, с которой мне, на тот момент совершенно свободному мужчине, хотелось, как бы это сказать, хотелось мне с ней, как бы это выразиться прилично, хотелось подружиться. Подружиться, крепко подружиться мне хотелось. А дома что-то ничего не получалось, а там все-таки отель, там алкоголь, тусня. Как бы почти непристроечный вариант, на самом деле, если руки не из жопы растут. Ну, не руки в смысле, а, ну, в общем, поняли. Поэтому я поехал, так сказать, вслед за своей целевой аудиторией. И к тому же название города Астрахань, Ас-Трахань, мне показалось очень подходящим. Ну, не совсем то, что я хотел, но где-то в этом районе, да? Поэтому я поехал в эту Астрахань, приезжая на этот фестиваль. Астрахань, я вам скажу, это, блин, жопа, пипец. Я надеюсь, тут нет никого из Астрахани, а то, знаете, в Канаде ко мне подошли, я в Канаде выступал, ко мне подошли. Да знаете, мы ведь из Астрахани. Что вы скажете, свое оправдание? Я в сторонку туда, по стеночке. Ну ладно, ладно, мы на самом деле тебя пошли похвалить. Конечно, контекст так себе, но зато всплыло. Тоже интересный аргумент, да? Мы все знаем, что всплывает. Ну, окей, обошлось. Короче, Астрахань — это полная жопа, где мне в 2005 году попросили вынуть сережку из уха. 2005 год, боже мой! Ну-кася, выни-кася! Ну-кася, выни-кася! Мы здесь такое, пока тебя тут не урыли, давай-кася, выни-кася! Это сережка... Вот какая жопа! Нет, там красивые места, конечно, но... Может, там сейчас получше, я не знаю, уже прошло лет 10. Фестиваль, конечно, я был в шоке, на самом деле. Это был советский фестиваль, но в Москве-то оно не советское, но вы же знаете, пару километров отошел, уже опять все советское. Вот, а в этой Астрахани фестиваль, это просто было что-то страшное. Ну, знаете, я люблю, в принципе, выпить. Это, я ничего не имею против этого занятия, на самом деле. Ничего страшного в этом не вижу. Но там, в этих фестивалях советских, просто выходишь так вот, а там уже чавкает, и что-то валяется уже с утра. Помогите, человеку плохо! Да ладно тебе, подожди, сейчас Ефремов приедет, а начнется. Что это? Не, я просто не могу пить таких слов. И с девушкой ничего не получилось. Потому что атмосфера совершенно асексуальная. Асексуальная, асексуальная. Там уже граф Казанова ушел, сказал, я пойду в Биробиджан. Невозможно, ничего общего вообще не было. И там такое действительно пьянство творится страшное, что такое ощущение, что люди вот просто лежат между двух бассейнов. Здесь у них водка в этом бассейне, а в этом блевотина. И вот они так... И тогда путают.
Моя жена услышала этот фрагмент, когда я рассказывал уже один раз. Она говорит, не рассказывай это ни в коем случае, это очень противно. Я говорю, да. That's the point. В этом и дело. Это ужасно совершенно. И значит, на этом фестивале там каждый человек должен был провести какое-то мероприятие, показывать свою работу, беседовать со зрителями со своими. Это как бы нормально, в отличие от бассейнов. Это как бы нормально. Поэтому, естественно, я согласился. Я прихожу в этот зал, вижу полный зал народа, маленький театрик, который мне в этом Астрахани выделили. И этот зал оглашается грохотом моей падающей челюсти. Я же человек мульт. У меня регулярно отваливается челюсть, гремит, у меня постоянно язык крутится и глаза выскакивают из орбит. Ничего не могу с этим поделать, бывает, случается. И, короче, оглашается грохотом моей падающей челюсти. Почему? Потому что я захожу в зал и вижу полный зал детей, 4-6 лет буквально. И я со своим анархически панковским фестивалем практически выхожу такой, а просто организаторы были настолько тупые или настолько им было пофиг, что они увидели слово мультфильмы и нагнали каких-то бедных, несчастных интернатовских детей. Я хожу, думаю, что делать? Как же мне теперь быть? Я пытаюсь удрать так по стеночке, меня ловят, скручивают, садись, начальство сказала проводить. Никто даже не удивился, что я пытаюсь убежать, потому что белочка там постоянный спутник. Посадили меня, значит, я сижу. И думаю, какой ужас, боже мой, что теперь делать-то? Я просто руки спрятал, голову, лицо в руки, так красные сижу. И единственное, что мне хочется, это провалиться в тартарары. Есть где-то такое место, видимо, здесь под Москвой, тартарары, куда хочется или что провалиться. Я сижу, вдруг гасит свет и начинается. Сначала день рождения, где там все, наркотики все какие только есть, перечислены все сленговые названия. Потом, значит, новогоднее, давай потрахаемся. Потом загул по барам, в отрыв называется мультфильм. Потом, значит, про штучку, про презерватив. Как на подбор просто. Как на подбор, как нарочно. Специально для детской аудитории. Я сижу, думаю, ну все, точно, сейчас набежит ОМОН, Ментура, все. Раз, два, три, руки, ноги, ноги, руки, ноги, руки, сейчас набегут, отправят меня в местную тюрьму, где, естественно, название города отыграется уже на мне. Я абсолютно в этом уверен, поэтому сижу, сжавшись в комок, просто уже, какие вот такие, думаю, что же будет. И, значит, проходит какое-то время, и что-то ничего не происходит страшного, что-то. Я поднимаю голову и понимаю, что вообще ничего не происходит, все нормально. То есть вот дети эти, которые там нагнали, им априори просто все, что им взрослые навязали, им пофиг, это не стоит ни секунды внимания. Они там своими терками занимаются, их пригнали, а их регулярно отгоняют, плевать. Там телевидение, какое-то радио было, они после двух бассейнов на массу давят. Там теточки какие-то в уголке, там что-то между собой там труд. А там, а завтра обещали Харатьянтика. Харатьянтик, он такой миленький, он такой, как коала. Хочется его похватать. Такой. Вот завтра мы обязательно пойдем. Смотри, а здесь не знаю, что мелькает. Короче, детская аудитория через 4-6 лет посмотрела почти час мультфильмов про наркотики, секс, беспорядочные связи и алкоголь. Ни глазом не моргнув. Совершенно. Ничего не произошло. Встали так, как ни в чем не бывало, пошли. Я вот сейчас сделал вывод, что бывают такие миры, настолько разные, да, что они даже не аннигилируются при встрече. Они просто не существуют в пространстве друг друга. Стивен Хокин отдыхает. Просто вообще не существует. То есть такое ощущение, что люди просто проходят сквозь тебя, как в фантастическом фильме про привидение. Просто так жих проходит через тебя. Девушка, я только что был в вас. Бесполезно. То есть это абсолютно не пересекающиеся миры. Вот такая история про Астрахань. Вот. А если вернуться к перемещениям, то да, есть люди, которые, значит, много перемещаются. Люди-деревья и люди-бегуны. И норма, она находится, естественно, где-то посредине. Нормально, с моей точки зрения, человек считает, что ну, хорошо же прожить в одном городе, но если есть маза, можно и переехать, там тоже интересно. То не так уж важно в 21 веке, ничего страшного. Тем более питерец, например, он всегда останется питерцем. Я это много видал по всему свету, ничего не меняется. Это просто как радиоактивность, которая пропитана у живых ног, все кости, это ничего не происходит. Питер всегда станет питерцем. Я, например, не собирался никуда уезжать из Питера. Я собирался в Питере подохнуть. Ну, не сейчас, со временем, конечно, со временем, понятно. Потому что в Питере умереть – это красиво. В Питере умереть – самое то. Там просто вот краска даже города способствует, да. В Питере помереть хорошо. Если представить себе, значит, такие качели, где на одной стороне написано «жить и умереть в Питере», да, «жить и умереть», то они как-то вот сами в сторону умереть так наклоняются сами по себе. Умереть в Питере хорошо – это такой мрачненький город, который вполне способствует. Это все равно, что увидеть Париж и умереть, только даже ехать никуда не надо. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, вот сюда, здесь, пожалуйста, занимайтесь своим. Молодец, хорошо. Только в Питере, чтоб я сдох, это приветствие. Чтоб я сдох. Чтоб
чтоб я сдох. Чтоб я сдох, чтоб я сдох. Только в Питере, да, самой любимой классикой может произведение быть о каком-то самодельном нет шансы, да, который бегает по городу и косит топором снаружи просто. На-н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 а. Косивьясь, конюшину, косивьясь, конюшину. Та-ра-на. У нас в Питере преступление и наказание детям просто читают как ночную сказочку с детства. И сказал Родион Романович, страдание и боль обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. И ребенок такой. Или наши легенды, наши городские любимые, например, легенды про ротонду. Столь же мрачные такие, гофмановские, да? Легенды, ротонда — это такое парадное, большое парадное, очень красивое, в котором люди любят тусоваться. Так вот, рассказывают такую легенду, что если ночью войти в эту ротонду, в подвал, и остаться там на ночь, то можно постареть на несколько лет, за несколько минут, сойти с ума и даже не вернуться. А если повезет, если повезет, то можно встретить князя тьмы, навещающего иногда спящий город, и он выполнит любое желание счастливчика. В лифчике. Без лифчика. Неважно наличие лифчика. Любое желание выполнит. Такой, я князь тьмы, я выполню любое твое желание. И счастливчик такой. Любое. Любое, да, любое. Ну, знаете, я тогда пропущу вот эту всю часть про корыто, про столбовых дворян. Хорошо? И сразу к делу. Я хочу, чтобы князь тьмы был у меня на посылках. Это что-то как-то не очень. Ну хотя бы на бандеролях, что сразу на посылках. Не, я не согласен. Или какая-нибудь легенда, допустим, про медного всадника. У нас есть главный медный всадник, такой медный всадник, пижонский совершенно памятник. Так вот, мужики, которые строили Питер там еще 300 лет назад, они, значит, рассказывали, они не знали ничего про скульптуру там, они рассказывали, что вот этот медный всадник, это Петр Первый, прыгал через Неву, представьте себе Неву широкое, прыгал через Неву и орал «Здесь все мое!» То есть он сначала орал «Здесь все мое и Богово!» Ну так говорят. А потом у него эго взыграло. Эго взыграло, мужики такие друг другу. Эго нашел-то, смотри, эго взыграло. У него взыграло эго, он вторую часть отрезал. Отрезал вторую часть. Ну, я не знаю, почему я такой жест делаю, если я из Израиля, это не значит, что я буду про это шутить. Отрезал вторую часть и просто стал кричать «Здесь все мое!» и прыгать через него. По-моему, очень интересная, на самом деле, концепция для как городского праздника, да? Вполне можно было организовать в день города, чтобы люди бегали сюда-сюда в костюме Петра и истерично орали. Ну, в принципе, они и сейчас уже бегают и истерично орут. Но надо, чтобы они прыгали через Неву, и чтобы они орали «Здесь все мое!» Забегали куда-нибудь там в кафе «Здесь все мое!» Или в роддом куда-нибудь забегали «Здесь все мое!» И прыгали через Неву. Правда, я сомневаюсь, конечно, что современный мужчина может перепрыгнуть через Неву. Как, в принципе, сомневаюсь, что и Петр Первый мог перепрыгнуть через Неву. Но через мойку или через фонтанку, если еще поставить такие трамплины вдоль фонтанки, чтобы могли прыгать, и так «Пэу, здесь все мое!» «Шмяк!» И такие туристы «Я тоже попробую!» «Здесь все мое!» «Шмяк!» Вот замечательная такая история про медные всадника. А если представить себе вот эти качели, вот жить, умереть, да, если их удержать в равновесии попадут, это называется сумасшествие. Это очень-очень любимое занятие в Питере. Это национальный спорт, можно сказать. У нас соревнования проходят по сумасшествию, и в них всегда побеждает император Павел I. Император Павел I был очень интересный чувак. Интересен, прежде всего, тем, что он построил замок со рвом вокруг него. Казалось бы, нормальное дело. Все короли, цари, там, они постоянно там, два после завтрака, один после обеда, в замке. Только отличие только во всем мире. Ров защищает горожан от врагов внешних, да? А вот у Павла, у него ров защищал его лично от других граждан России. То есть замок прямо в центре города и вокруг него ров. Чтобы никто не подошел. Своеобразный, нужно сказать, подход. И поэтому он так там завис. Ну, император Павел I — это единственный признак в мире настоящий. Остальных все придумал Стивен Кинг. А у нас единственный настоящий. У меня папа, кстати, работал там в советское время. В этом Михайловском замке были разные...
И он там работал. Он подтверждал, да, говорит, если после работы немножко подзадержаться, то можно услышать там, о, из подвалов позывывание под перебор гитары. Скоро рассвет, выхода нет. Они там, да, Павел Первый. А взять нашу, допустим, фирменную питерскую святую, Ксению Блаженную. Ну, я вот ничего не говорю там про христиан. Но я говорю фактически, факты, это то, что все знают. Ксения Блаженная, когда у нее умер муж, в первый день своего вдовства, нарядилась его в мундир, вышла к людям и сказала, что на самом деле Андрей Федорович жив, а умерла жена его, Ксения Петрова. Как бы и на комиссии чиновников, тем не менее, признала ее вполне вменяемой. Ага, мы все так делаем, да. У меня тоже недавно жена умерла. Я нарядился в ее платье и пошел к солдатам приставать. Вам что-то не нравится, рядовой Бакаев? Ну и все так делаем, обычное дело, признали ее абсолютно вменяемой и дали ей право распоряжаться собственным имуществом, что она тут же и сделала. Вот так вот просто разбросав все. Ага, у нас фирменная Ксения Блаженная. Замечательная история про Николая Буржуа. Если вы знаете, я вам все равно ее расскажу. Николай Буржуа, это был такой француз. И Петр I в 1717 году, шастая по Франции, в городе Кале обнаружил великана. Он был ростом 2 метра 27 сантиметров. Петр I, согласно аналам, сказал «Ого-го», хотя и сам был не малыш, и взял его себе. Каким-то образом тогда человека можно было взять себе? Я, конечно, понимаю, что он был царь, но он вообще в другой стране был, как никто. Но каким-то образом взял себе. Не знаю, надо попробовать, в автобусе, может, работает до сих пор. Неизвестно. Но взял его себе, привез в Питер. Плохая идея. И женил его на тоже высокой чехонке, специально подобрал. В расчете, что их потомство будет тоже высокими. То есть, Петр I планировал заселить Питер гигантами. А такую селекцию решил. Он Мичурином записался в Мичурины. Но ничего, к сожалению, не вышло, потому что силач внешне оказался, как часто бывает, слабаком внутри. И рано помер, не оставив потомства. Никакого. «О, зараза!» — сказал Петр I. «Блин, я так рассчитывал!» Конечно, хорошо, потому что если бы его планы выполнились, да, то Питеру пришлось бы закупать британские автобусы, ломать их пол второго этажа, чтобы питерцы могли ездить на работку, да? И все равно бы они были как карандаши в стакане. Хотя хорошая была бы картинка питерцев, карандаши в стакане. Отлично. Но, к сожалению, его планы сорвались, он, конечно, очень расстроился и очень сильно разозлился. И поэтому приказал не хоронить Николая Буржуа, а ободрать его с скелета. И поставить его в музее, чтобы любой питерец мог прийти и плюнуть в рожу человеку, виноватого в щуплости питерцев. Ты козел, пфу, ты сидишь, блин, на меня, какой я худой, весь маленький, все за тебя там, пфу. Но делать этого нельзя. Не потому, что плохо плеваться в музее, конечно, плеваться в музее плохо, а потому, что голову Николая элементарно сперли, вот поэтому нельзя, его стырили, слямзили, тащили. И сейчас там приделана голова от кого-то совершенно неноватого в щуплости питерцев. Это вообще не мой скелет, не надо в меня плевать. И это еще не вся месть Петра, это еще не вся месть Петра. Но в то же время был изготовлен фигура, манекен, повторяющий фигуру Николая Буржуа и обтянутый его же кожей. Факт, Петя, это перебор. Я понимаю, конечно. Питер, конечно, мрачный город, но вот не злобно, не садистка. Вот это перебор, убери это. Убери, это ты перегнул. Мне захотелось. Разозлился он так. Убрали этого Петра, да. А вообще в Питере, на самом деле, если брать по статистике, как ни странно, в Питере меньше всего самоубийств по России. Если взять статистику, меньше только в Москве. Вот у вас здесь вообще замечательная жизнь, видимо. Но с точки зрения Питера, да, Москва — это такая труба. Такая труба, которая просасывает, никто ничего не успевает соображать. Это такой пылесос, который засасывает со всей бывшей СССР и территории людей, пережевывает и выплевывает в ноосферу. Никто ничего не успевает сообразить. Но так из Питера, пардон, выглядит. А в Питере живут мрачные, такие меланхоличные, но вполне себе жизнелюбивые люди, которые каждый день наблюдают Адлайт перед собой, знакомы с ним и в реальности совершенно не стремятся. А я знакомы, а зачем нам туда? Прекрасные люди. И анекдотики там такие мрачненькие, у нас такой черный анекдот. У них такие. Я расскажу парочку, но просто для того, чтобы подтвердить свою точку зрения, потому что во время интернета со сцены рассказывают анекдоты, по-моему, это крайне глупо. Это все равно, что продавать горох на гороховом поле. Покупай горох! Ну покупай горох! Ну что не покупать? Как будто бы ты на гороховом поле проведешь. Ну, парочку буквально анекдотов я расскажу. Во всем мире
Бросают венки на свадьбе и только в Питере на похоронах. Я! Человек опоздал на час на работу. Его спрашивает начальник. Ну что ты, что-то опоздал-то? Машки, что ли, развели опять, а? Что ты будешь оправдываться? Не, я упал с 5-го этажа. И что? Целый час падал? Дедушка, не скиньте, пожалуйста, пару сотен за красивые глаза? Ладно, выковыривай. Человек стоит на дворцовом мосту, собирается самоубиться, кто-то сзади к нему подходит, стучит его по спине. Извините, пожалуйста, котиков не захватите? Будьте так добры. Вот такие у нас славные анекдотики. И вообще, я считаю, что символом Питера должен служить не этот пижонский медный всадник, да, а так называемый двор духов. Вот слышали про дворы и колодцы, есть такой двор духов. Это такой самый минимальный двор-колодец. 2 на 2. Вообще такой микроскопический. Я когда думаю о том, как там люди живут, я все время вспоминаю старые итальянские фильмы, мне приходят, где там вечно такие две тетки через узкую улицу срутся между собой. А, шлюхалина, бледитары! А, бледитары! Курва, сука, проституция сьоне! Так вот в Питере это можем делать вчетвером. С разных сторон. В детстве я Питер просто боялся, страшно боялся в детстве Питер. Я потому что родился в деревянном доме на отшибе. На отшибе деревянный дом, на отшибле, на деревянный, меня там на отшибе. Я зависаю, когда пытаюсь рассказать свое детство иногда. Не обращайте внимания, это нормально. Я сейчас поймете, почему. Я родился в доме на отшибе, в деревянном доме на отшибе. Это был район Обухово. Обухово – это такой район, который очень старый район, но нифига не центр. То есть он и раньше был жопой 300 лет назад, и 200 лет назад был жопой, и сейчас жопой, и будет всегда жопой. Редкостное упрямство. Вот. Родился в этом доме, это значит... Дом стоял такой один, там даже никаких соседей не было вообще. Один деревянный дом, мы прятались, как бы дедушка и бабушка, мы прятались, вы потом поймете почему. Один деревянный, около гигантской стены военного завода «Звезда». Хотя иногда, конечно, хочется выразиться грубее. Но это была гигантская стена, которая уходила в оба конца бесконечность. Я абсолютно в детстве был уверен, что там, где кончается стена, там начинается мертвая пустота космоса, потому что не было конца ни туда, ни туда. Большущая, твердая, совершенно бесконечная стена, без единого окошка, без единой двери, без единой трещинки, военный завод. И вот так вот, я до сих пор, кстати, не знаю, был там вход вообще или нет. Серьезно, я вот был потом в этом районе попозже немножечко, и до сих пор так и не нашел вход. По-моему, там не было входа, просто рабочих туда давно уже загнали, замариновали вход, да, и они там работают 24 часа, производят продукцию военную, и только сухари им туда забрасывают мешок раз в день. А вся продукция уходит по подземному транспортеру прапорщику Членову. Наверное, так и было. Я родился, значит, в русско-немецком доме, у меня, значит, немецкие предки, и это был русский, почему дом, русско-немецкий дом, потому что снаружи это была совершеннейшая русская изба. Абсолютно русская изба, бревенчатая, там какие-то вырезки даже были. А внутри было все немецкое, там были салфеточки вязаные на каждом выступающем предмете. Там были большое зеркало, гигантское такое, в стиле стимпанк, в котором отражалось абсолютно все. Там было куча канареек, там был большой круглый стол посредине, там были большие часы с гигантским таким маятником, на котором, казалось, можно качаться. Так, I'm coming like a wrecking ball. На этом гигантском маятнике был какой-то загадочный предмет мебели, который назывался атаманка. Это что-то такое было низкое, такое странное. Я в детстве был абсолютно уверен, там никто не спал, поэтому я был абсолютно уверен, что это зарезервировано для некого атамана. Что-то такое страшное, такое волосатое, такое жутко усатое, такое обмотанное всяк каракулем и пулеметными лентами. Обязательно, когда он придет, и скажет, где мое место? Но не пришел. Не пришел никто. Я нисколько даже не удивлюсь, если я узнаю, что дедушка и бабушка мои время от времени высовывались в окно, в кокошнике и с балалайкой и пели «Ах вы стени мои, стени, стени новые мои!» для маскировки. Ну, чтоб никто не знал, потому что немцам, конечно, в России в 20 веке жилось не очень хорошо. Не очень хорошо, мягко так скажем. Вот, не повезло, конечно. Вот, этот, значит, дом стоит у стены. Это, на самом деле, весь мой Питер. Вот дом, стена... Там свалка большая, железнодорожная станция и кладбище за ней. Вот весь мой Питер. Это не открыточный Питер, настоящий, поверьте мне, вот это настоящий Питер. Нет, там бом-бом-бом-о, а вот это вот настоящий, вот этот завод,
И это железнодорожные станции с бесконечными тоже вагонами. Каждый день шли цистерны. Мы стояли, помню, с двоюродным братом, ему лет 7, мне года 3. И считали эти, значит, цистерны. Тык-дык-дык, тык-дык-дык. 5756, 50057, 50707, давай заново, 1, 2, 3, 4, бесконечные просто тоже, цистерны шли просто, одна за другим, абсолютно уверен, что было, видимо, на тот момент, видимо, было железнодорожное кольцо вокруг всей земли, которое было загнуто на этом Обухово, и такой же бесконечный поезд с цистернами, который шел вокруг всего земного шара, потому что, не, я ни разу не видел конца, они все время тык-дык-дык, бесконечные шли по этому Обухову, по станции, эти бесконечные цистерны. И оттуда еще происходит мой как бы природный такой атеизм. Потому что мой дедушка, он как бы еще и такое маленькое натуральное хозяйство, потому что лучше не уходить пореже из дома, мало ли что. Поэтому маленькое натуральное хозяйство и выращивал кроликов. Там их выращивал, там же их разделывал. И я, значит, провел свою большую часть детства такой Голгофе. Потому что сходство, значит, растянутой шкурки кролика на деревянной распорке с религиозным христианским символом было просто неприличным. Чуть-чуть ноги расставить. И вот так и идешь, и такая Голгофа травоядных. А ведь я еще и видел живыми. Я подходил к дедушке и спрашивал: дедушка, а скажи мне, а куда делся вот беленький такой пушистик, я с ним играл, куда он делся? Он куда-то пропал, не знаешь? И дедушка, значит, он с хорошим чувством такта, с талантом хорошего педагога отвечал мне: мы его сожрали! И битву пожрал! И за ушами освещало! Пушистик, блядь! А еще у нас, там, если было вдоль стены пройти километра два в сторону, там было очень интересное такое строение. Это был православный храм, который назывался Кулич и Пасха. Серьезно. То есть два здания выполнены в форме культовой жертвы. Серьезно. Очень интересная на самом деле идея. Я в Израиле пытался предложить. Давайте создадим комплекс синагог, такой кнейдалов, форшмак и баца. Ну, на что мне сказали, естественно, что как бы, ну, вот кнедлх еще устоит, а вот маца как-то не будет устойчивый. А форшмак, знаете, его вообще на хлеб намазывают. Это просто кучка чего-то мелкого. Вот поймут ли правильно? Правильно? Неизвестно. Это не дурацкая идея. Не, меня вывозили, конечно, пару раз в центр, в Питер вывозили меня пару раз. Но это было как будто бы детей подземелья вывести на бразильский карнавал неожиданно. Фак, что это? Все золотое, дворцы какие-то, колонны, какие-то корабли. Я не могу, не, это какой-то глюк, это какой-то глюк. Это не может быть правда, я не могу это. Везите меня обратно к моей стенке. Маленький ребенок на руках взволнованной мамаши кричал: к стенке меня, к стенке! И такие проходили пешеходы и говорили: о, какой маленький, а уже пламенный большевик. У каждого в жизни есть какая-то одна картинка. Вот первая картинка в вашей жизни. Вот первый полироид такой, да? Вот самое первое, что вы вспомните можете. У каждого есть такая картинка. У меня есть такая картинка. Да, у меня есть, которую самое первое помню. У меня года 3, наверное, было. Вот это моя самая, что я первое помню. И картинка-то она следующая, значит. Стоят мои родственники, человек 6-7 примерно. И все вот такие. Все с искаженными лицами. И вся картинка при этом кверх ногами. Попробуйте догадаться, как это так получилось. А получилось это просто. Конечно, вы не догадаетесь. У нас в доме была собака. Большая злая собака, которую, естественно, звали Рекс. И единственной функцией этой собаки было быть злой, как скотина. Бросаться просто вообще на все, включая хозяев, и предметы, и материалы. На все бросаться. Она это с успехом выполняла. Она там служила для того, чтобы, ну, отпугивать людей, которые время от времени приходили расстреливать невинных немцев. А было, они там приходили, ну, и уходили также с успехом. Была такая совершенно злющая собака, жутко злющая. Ее кормили даже, ее просто приносили ей еду, пока она спит. Тихонько ставили, быстренько убегали. Только так. Иначе я 3-летний пацан, ведь мне поручили какое-то время, я не успел. Аня схватила просто за штаны. Ну, история не трагическая, на самом деле, нет, не трагическая совершенно, потому что собака, она была злая, как скотина, она знала, что все нужно хватать, а что с этим дальше делать, она не знала. У нее просто не было никаких, и она просто держала меня за штаны, я висел вот кверх ногами, оттуда эта картинка, и просто мотала головой в безнадежном поиске дальнейших инструкций. А что с этим делать-то? Это пить, курить или трахать? Что с этим делать? Ну, а когда бабушка с дедушкой померли, а померли не рано,
поэтому я всегда говорю, что вторую половину жизни в Питере лучше не жить. Когда они померли, мы переехали в место, носящее гордое название «Веселый поселок». «Веселый поселок», который служил всегда для меня символом абсурдности и несправедливости жизни. Потому что это название, которое максимально не соответствовало содержимому. Просто тут круче не придумаешь. Настолько, когда я рассказываю каким-то непитерцам, что вырос в месте, которое называется «Веселый поселок», они сразу начинают тут какие-то дурацкие шутки. Там, ну и стало так, все укурки были, да? Чувак, балда, в этом месте плакать надо. Ну, не знаешь, да? Потому что это были новостройки, совсем такие говёные новостройки. Дальше некуда, просто коробки посреди грязи, даже дорог нет. Не было никаких. Была такой единственной достопримечательностью река Аккервиль, названная в честь какого-то прапорщика-члена, вот только 200 лет назад упавшего туда и умеревшего. Речка была просто замечательная. Она состояла на 99% из говна. 90. И только один маленький процент — это была серная кислота. Поэтому, когда там какая-то утка случайно пролетала, глупая, тупая утка решила срезать через дворы, пролетала и просто коснется рукой вот этой поверхности того, что течет в этой речке, мгновенно сразу пшш, в порошок. Как в фантастических фильмах, когда инопланетяне хотят завоевать Землю. У них у всех всегда оружие, ну, чтобы киношнику не возиться с кишками, у них у всех оружие такое, которое сразу превращает в пыль. Вот эта утка, если пролетала и трогала этот Аккервиль, сразу и в пыль, все, превращал, потому что это нельзя было подходить. К этой речке вообще нельзя было походить. И через мост ходили вот так. Идешь, ну, так. Только так. Это была единственная достопримечательность этого замечательного веселого поселка. Мы жили в 9-этажном здании на 8-м этаже. И у нас весь парадняк, парадное. Все наше парадное было 100% алкашни. 100% сверху донизу. И каждый вечер в парадное наполнялось невнятными бормотаниями, криками какими-то, драками, битым стеклом и запахом блевантины. Блевантина — это тоже что-то такое итальянское. Блевантина, сын мой. Неважно. Короче, я на самом деле сторонник легалайза. Вы знаете, я считаю, что как бы... Я не призываю ни в коем случае. Нет, уголовное преступление — курить траву. Это нельзя ни в коем случае. Нельзя. Нельзя, знаете. Но я сторонник, что вот и это все проистекает от уверенности, что если бы вот в моем детстве это было бы вот легалайз или хотя бы полегче просто отношения, мое детство было бы, честно говоря, гораздо светлее. Вот гораздо светлее. Я абсолютно 100% в этом уверен. И я вам расскажу один случай, который вот внушает эту уверенность на 100%. Дело в том, что Новые годы у меня всегда праздновали у меня в квартире. Вот конец школы, начало института все время праздновали у меня дома. И не потому, что у меня были какие-то царские хоромы, как раз ровно наоборот. У меня были добрые, любящие родители, которые 120 лет в жизни до сих пор живы, которые все время уходили к родственникам. Поэтому все праздновали у меня. Несколько лет подряд. И каждый раз это празднование заканчивалось одинаково. У меня наверху жил сосед. Какой-то молодой совсем парень. Ну вообще безбашенный алкаш. Вообще он еще работал в каком-то месте. То ли в ОМОНе, то ли еще что-то в этом роде. Милиция какая-то, которая сняла вообще весь контроль с него. Любитель группы «Сектор газа». И оттуда в 3 часа раздавалось там: «Я изрёный, как баран, я имею свой баян». В общем, оттуда это раздавалось регулярно в 3 часа ночи. То есть никакого контроля вообще. И каждый Новый год заканчивался одинаково. Он вламывался где-то в час ночи в квартиру, открывали! И устраивал, значит, кровавый махач с моими гостями, с матом, перематом, биением вещей. И, значит, 3 года подряд назад такая история была. На 4-й год мы уже сидели, решили тихенько, чтобы он не слышал, у нас здесь нет, тихонечко. С Новым годом. Чтобы не услышал только, что мы там. А, ищи дурака, Буратино. Сейчас ночи приперся. Открывайте, сука. А это уже был уже институт, уже Сайгон начался, там что-то такое, тусня. И, значит, у нас был один хипай такой: «Я сейчас решу проблему, чуваки, не бойтесь». «Никуда ты пошел, не открывай». «Еще да ладно, не бойся, правда, я решу». И открывает дверь, пускает его в квартиру. Мы такие за волосы хватаемся. «Ты что делаешь, зачем ты упускаешься? Может, мы здесь прячемся уже 2-й час? Давай, я решу проблему, иди». Вот, заводит его, значит, рукав, в чем: «Братан». А на кухню уходит и там раскуривает косячок. Короче, весь остальной вечер чувак прошел, просто сидел перед телевизором, упершись вот так вот просто в него, и заливался детским смехом. «Смотри, как бздёный! Ай, ёбаный, как
карась. Любовь, копать, какие чуваки картонные. И провел весь вечер такой. Мы замечательно отпраздновали Новый год. Он не обращал на нас никакого внимания. Мы только ему жратву подбрасывали, потому что он требовал сначала еду, потом уже хлеб, а потом уже просто сырую картошку. Просто. И чувак, короче, трансформировался, понравилось ему. Наверху кончились бардак, кончились безобразия, кончились драки. Они сменились бурным ржачем и таким же бурным ежедневным сексом. А? Счастье, все соседи были счастливы просто. Его девка, которая там была, она была просто в восторге. Но, к сожалению, продлилось это недолго. Сел. Видимо, взяли его с травой. Поэтому у меня тут такая уверенность, что если бы в мое время, значит, было бы мое детство немножечко полегче, потому что иначе оно было как-то, да, не очень в этом веселом поселке, потому что мы жили там, ну, все питерцы, на самом деле, большая часть питерцев, они, естественно, все свое детство провели на каких-то ебенях, вовсе не в центре. И вот мы жили там, Рыбацкая, Обухово, веселый поселок, а вот эти все, вот эта Дворцовая площадь, там, Аврора, Зимний дворец, это что, все у нас? Фига себе, не знал. Так в основном мы жили. Ну вот, получать удовольствие от Питера на самом деле уже стал где-то уже после армии, наверное. Потому что вот этот весь черный юмор, да, вот этот мрачничок, эта эстетика, она все-таки не для детей совсем. Детям надо вот это вот. Мрачную эстетику, понимаю, начинаешь получать. Особенно, когда вот Питер перестал быть Ленинградом и стал, наконец, обратно Питером. И когда убрали все эти КПСС, эти дурацкие, и вернулся вот этот холодок фирменный, мертвецкий, да, вот все эти вот Достоевский, Пушкин, Гоголь, Гумилев, Хармс, вот все это вернулось и стало уже опять приятно. Я считаю, что вот писатели, на самом деле, это наши столбы, и на самом деле нужно ставить не атлантов этих вот бородатых голых мужиков, да, где они таких вообще взяли? А надо стоит писателей, Пушкин, Гоголь, там, пусть там стоит Вагинов наш. Вагинов у нас есть такой писатель. На самом деле очень хороший писатель такой трагической питерской судьбы Вагинов, который свое ударение, естественно, ставил на первом слоге. Да? А вы бы как сделали? Да? Никто не хочет быть Вагинов. Вагинов, естественно, Вагинов. Я Вагинов! О, да-да-да, хорошо, хорошо. Ну, мы же все знаем эти все трюки с ударением, да? У каждого в школе была какая-нибудь Ослова. Ослова, серьезно? Да не-не-не, это не город Норвегии. Это комическое животное из Венгрии. И Ослова. У нас был еще один Лопота. Или эти, которые нас уже много лет, много сотен лет дурят. Толстая. Какая толстая, ты толстая. Внизу понятно, от какого слова произошло, правильно? Внизу понятно, на самом деле, что ты толстая. Или у каждого в школе был какой-нибудь... У каждого в школе было несколько Ивановых, и один какой-нибудь вставал в позу. А я Иванов, а не Иванов. Вот так. Понятно? Я такой, о, блин, про тебя еще ударение помнить. Блин, у меня однобитная память. Не-не-не-не, ну нафиг. И вернули, значит, название Питеру. Очень, конечно, стало приятно. А вообще, эта вся хрень с переименованием, она очень странная вещь. Потому что вот если бы я вдруг в какой-то момент решил побыть Аркашей. А что, никогда не был? Ну, серьезно, никогда не был. Интересно, когда тебя зовут Аркаша. И такое мягкое такое имя, Аркаша. Как коала опять, да, Каркаша. А я такой, чего? Только в Питере еще можно услышать такое, чего? Вот везде по России варилось там, чего? А я только в Питере еще уже редко, но еще можно услышать такое, чего? Такой кровавый педантизм, да? Недаром Питер называется колыбелью трех граммонаций. Можно еще услышать. А вообще, да, как алкаш, который вот шел такой, прошел по песочнице, нахрен сломался детям, дети в лёв, он такой, ну да, да ладно, вот так примерно было. Вот, да. Нормально. Да нормально, сука, заткнись ты, сопляк, нормально. Я все подчинил, нормально. Вот, а вообще в Питере, на самом деле, пространственно-временной континуум, так скажем, пространственно-временной континуум, он немножко другой. Вот какие-то искажения в этом пространственно-временном континууме происходят на этой территории, и вот что вызывает очень много разных странностей. Я вот вам перечитываю вам некоторые странности, чтобы понять действительно, что там происходят какие-то загадочные вещи. Например, в Питере темнота и ночь – понятия не параллельные, а зачастую противоположные. То есть количество темных дней в месяце совершенно не соответствует количеству вообще дней. Совершенно непонятно. Но мы все знаем про белые ночи, да? Но никто не знает, ну, подумать немножко, да, и сообразить, что там, вот если есть белые ночи, должны быть черные дни. Фактически все остальное, что не белые ночи, все черные дни. То есть откладывать в Питер на черный день бесполезно.
А, я пойду пропью уже сегодня. У нас черный день постоянно, отлично. Или, например, такая странность. У нас вот в Питере отмечают вот эти вот наводнения, черточками такими, да, отмечают. Я все время сомневаюсь, а как вот они понимают, где кончается вода и где начинается воздух? Потому что в Питере понять вот разницу между тремя состояниями воды, она совершенно, совершенно неразличима. Нельзя понять, где вода, где воздух, где что там, что. Все. Я представляю этого человека, который, значит, мечал там на стенке должен обещать. Он такой смотрит, а где здесь вода кончается? Да куда я мокрый? Бля, да я весь мокрый. Да я весь мокрый. Примерно здесь. В Питере очень интересная штука. Там, значит, вы все знаете про корешку, которую корешку питерцы. О, корешка, наша корешка. Мы все едим корешку, у нас есть, а у вас нету. У нас есть, а у вас нету. У нас есть корешка, у нас есть фирменное национальное блюдо. На самом деле это все фигня. Это все обман. Потому что на самом деле в Питере не корешку едят. Это все для туристов. Для туристов. О, корешка. На самом деле питерцы скрывают то, что они едят, например, другую рыбу. Они просто боятся, что другую рыбу у них отнимут, потому что если они узнают, что на самом деле мы едим миногу. Об этом мы стараемся не рассказывать никому. Что там ешь? О, нет, ничего. Ничего. Что там жрешь? Не, ничего, это я просто анонирую. Ничего. Пам-падам-падам. А на самом деле, вот для туристов такие, а корешка, забирайте эту корешку, пожалуйста, видите ее нафиг. Она говорит, фу, говно какое, да ешьте сами свою корешку, возите свои питер со своей вонючей корешкой. Она такая, достает свою ногу, мям-мям-мям, а вот это я не дам вам никогда пробовать, потому что, бля, реально вкусно. А то вы тут приедете со своими деньгами, это все отнимет нас сюда, миногу. А минога же страшное на самом деле животное, минога. Это вообще животное, которое не относится ни к чему. А это ни к рыбам, ни к позвоночным, никому. У нее нет позвоночника. И у нее нет рта, у нее присоска, это fucking пиявка. Серьезно, ее непонятно, она извивается. Это единственное место в Европе, где едят извивающихся существ без позвоночника. Минога, страшное такое. Да вон в Франции едят же лягушек, ничего. А, лягушки, а это-то какая слизнявая еще. Пиявка. Вот такие страшные, и таких страшных существ мы, значит, кушаем. Я обожаю, кстати, ужасно вкусно. Просто наркотик. А, минога. Страшное. Или еще какие-нибудь явления, сейчас помню, подождите, какие-нибудь странные явления. Ну, естественно, явление то, что зайти куда-нибудь на полчасика можно только, если у тебя нет ничего серьезного на всю следующую неделю. Да? Это понятно. И катушка на реке засыпана надолго. Вот это только можно зайти. В Питере, например, такие явления. Вот моя бабушка, например, жила. Она что делала? Она брала хлеб черный, намазала его горчицей, клала сверху вареную картошку, холодную, и немножечко солила. И называлось это бутерброд с сыром. Конечно, вам странно, конечно, но в Питере это нормально. Нет, всему есть свое объяснение, всему есть свое объяснение. На самом деле это блокадные штучки просто. Люди десятилетиями не видели сыра и хранили память о нем в виде производных вареной картошки. Нормально, и сохранили эту традицию. Только в Питере, допустим, часами служит настоящая пушка. У нас в 12 часов в Петропавловске пулят. И питерцы такие, о, значит день. Потому что иначе иногда не определишь. Только в Питере врачи совершенно не волнуются, что у ребенка выпадают зубы или волосы, но очень волнуются, если у человека, у ребенка до сих пор не вырос зонт. Как он будет жить? Пилюли. Только в Питере пускают детей и в штормовой ветер, и в снегопад, и в наводнение. Иди, я не в такое ходил. Зато очень боятся выпускать ребенка, когда в небе появляется странный самосветящийся объект. Что это? Что-то мне такое рассказывали в детстве. Комета, наверное, комета. Не пойдем сегодня никуда. Комета, наверное, это страшное дело. Никуда не пойдем. Только в Питере уверены, что сфинксы это как бы народное творчество Ингерманландии. Ингерманландии называется вот эта территория, которая вокруг Питера, где жили чехонцы и славяне, которые придумали сфинксов. Понятное дело. А египтяне не только сперли. Это естественно. Само собой, абсолютно как разумеется. Они тут учились на врачей, и он понравилось, что у нас стоит. И, естественно, там у себя сперли, там соорудили быстренько. Да, нет, что там в своих Хургороде, конечно, быстро смастерили. И могут, конечно, это наше родное питерское, все эти сфинксы. Только здесь создаем романтическое настроение, наблюдая, как легкий ветерок нежно колышет прутья арматуры. Только здесь есть черный ангел.
Вообще ангел лежит, в этом весь Питер, на самом деле, черный ангел. Ангел же что-то такой нежный, такой, белый, белесый. А у нас черный ангел такой. Черный ангел, вот это, весь Питер. У нас три ангела из них, которые наверху там маячат. Один у них черный, энциклобисты говорят, что это почему-то там, там что-то свинец, которым был покрыт. Да ладно, просто все факин черное. Не пайтесь, у нас все просто факин черное. Ну, естественно, вся остальная Россия абсолютно уверена, что у питерцев есть жабры, и они умеют заставить свои глаза светиться в темноте. И питерцы так охотно подтверждают. У нас никто не возражает, когда перерыв электроэнергии. И читать Достоевского. Меня очень часто спрашивают, подходят какие-то журналисты вот без чувства юмора. И спрашивают, а вы вообще любите город, свой родной Питер? Вы его любите? Вы такие вещи про него иногда рассказываете страшные. Я говорю, девушка родная, я прожил в Питере больше, чем ваш папа вообще. И все мои предки там были, да? Питер — это часть меня, это просто часть тела, да? Глупо кричать о любви к своей какой-то части. Ну, конечно, все любят себя и какой-то части, и все свои составляющие, да? Но глупо кричать о любви там. А, моя печенка такая хорошая! Вы знаете, какая у меня печенка? Ой, моя печенка такая отличная, зашибись! Я так люблю свою печенку! Печенка — это честь и совесть, Олег Куаева, доложу я вам! Или у меня лодыжка прекрасная, хотите посмотреть? А, лодыжка, смотрите, отличная у меня лодыжка, прекрасная. Я так люблю свою лодыжку, я об этом долго буду рассказывать, этим телепередачу там. Я хотел бы с вами сегодня побеседовать о моем мизинце на ноге. Мне с ним сложные отношения, потому что я в детстве считал, что он кто-то кривой. А потом я женился и узнал, что у всех такие нормальные теперь у меня отношения, да. Или какие-то песни попеть, да, со сцены. А сейчас... выступит Кобзон с песней «Мое правое яйцо». «Мое правое яйцо, как второе мне лицо». Глупо, 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 бред. Поэтому ты просто живешь за тебя. Это часть твоего тела, часть твоей жизни. И никогда об этом не рассуждаешь, и никогда не думаешь об этом. Питерцы всегда останутся питерцами, и это не изменит. Я их много видел по разным концам света. И знаете, чем отличаются вот питерцы, которые в Питере живут, от тех, кто живет где-то еще? Они вот, в принципе, точно такие же, только цветные. А которые в Питере, они черно-белые. Окей, нормально. Проявляется, когда появляется возможность. Вот, и поэтому в какой-то момент я оказался в Израиле, проснулся. Потому что, да, во вторую часть половины в Питере лучше не жить, если ты хочешь жить. Вообще, в принципе. Поэтому лучше где-то найти себе какое-то местечко, где ты помрешь не так быстро. Не столь ядовитое, не столь болотистое, не столь ужасное. Вот, я проснулся в какой-то момент в Израиле и, в принципе, сначала даже не отреагировал. Потому что для питерца уснуть в одном месте, а проснуться в другом – совершенно нормальное явление. Уснуть где-нибудь на Лиговке, а проснуться на Парнасе. По-моему, 22-й автобус. И обратно, совершенно нормально. Фокус в том, что когда питерец попадает в Израиль, он реально считает, что он попал в рай. Потому что вот там вообще все другое. Все ровно наоборот. Вот все, что его так доставало на родине, там ничего это нет. То есть в других городах питерец наблюдал отклонение, а в Израиле все наоборот. Вообще все. Питерец сходит по трапу и говорит, а где вот это вот дворы-колодцы, бледные люди, помпезные здания, речки на каждом шагу, холодный ветер, воды, все эти любители Ника Кейва и Твин Пикс, где пьяницы, бомжи, где это все? Куда? А ему говорят, ничего этого, вообще ничего этого здесь нет. Здесь есть море, солнце, арабы и дождь только зимой. Только зимой? Только зимой. Только зимой. Не, не может. Не может быть. Как это только зимой? Да, и какой? Вот какой в Питере дождь? В Питере дождь такой, представьте себе, урок английского языка, да, и ученик, ботан такой. Not one reparation, but consolidation of peace with the assets of the Soviet foreign policy. Only peace, not preparation of war is the Soviet for the foreign policy. И так весь день. Вот такой дождь в Питере, да? А какой дождь в Израиле? Дождь примерно такой. Это явление совершенно другого порядка. Это совершенно другое природное явление. И в Израиле ты просыпаешься от того, что у тебя
солнце светит через веки тебе прямо на глаза. Вот ты читал iPad на балконе, уснул там и не боялся уснуть на балконе. И просыпаешься от того, что солнце светит даже не через стекла, а прямо через веки в глаза. И ты вскакиваешь такой радостный, покупаешь булочку какого-то еменца, вскакиваешь на свой скутер и несешься на работу вдоль моря. И брызги такие тебе, и волосы развиваются сзади. На скутере только пальмы несутся такие, как в фильме про какого-нибудь успешного голливудского чувака. И пальмы, так только голливудским чуваком тебе совершенно не обязательно быть. Ты можешь работать охранником в супермаркете. И такой пам-пам-пам. И обратно ты едешь с работы, ты останавливаешь, бросаешь свой скутер прямо где попало и прыгаешь в море. И лежишь на спине на поверхности моря, покачиваешься и наблюдаешь абсолютно голубое небо. Ровное, глубокое, абсолютно голубое. Питерец такое приводит просто в шок. Он такого никогда в жизни не видел, только в кино вот этом. Шлюхалину, бля, гитары, да? Только в этом кино. А его первое время, когда первый раз попадает питерец в Израиль, он начинает проводить все время глупо хихикая, как ребенок. Не иначе, потому что это просто все шокирует, приводит в шок. Если чуть подольше задержаться, то обнаруживаешь интересный фокус. Вот у каждого человека у него есть вот масса отрицательных эмоций и масса положительных эмоций. А есть некая такая средняя дефолтовая линия, на которой мы, в общем, проводим большую часть своей жизни и идем с каменным лицом по улице. Вот некая средняя такая линия. Так вот питерец, который прожил достаточное количество в Питере, чтобы впитать все это, да, когда попадает в Израиль и долго там какой-то задерживается на какое-то время, то он обнаруживает, что у него вот эта нейтральная полоса, она чуть-чуть приподнята. Ну и фокус. И ты чувствуешь себя постоянно в таком легком состоянии. Эх, кайфушки. И так говоришь, так. И это совершенно легально. Это ты все время как бы состояние легкого наркотика. Серьезно так? Вот совершенно нарушает все законы природы, но это факт. А если задержишься еще дольше, то в какое-то время, значит, питерец, как любой кулик, начинает скучать по своему болоту. Тем более, что это даже не фразеология, это реально так. То есть не то, что он кулик, а то, что болото. И начинает собирать монатки, да, чемоданчик складывать, пора. И в этот момент происходит интересная штука. Вдруг кто-то хватает его за руку. Ты кто? Что тебе надо? Чувак, слушай, поговорить надо. Пойдем, выйдем, поговорить надо. Серьезное дело, слушай, пойдем. Да кто ты вообще такой? Кто ты вообще такой? Я твой организм. Ага. Пойдем, поговорим, дело есть. Слушай, чувак, я сразу хочу, чтобы ты понял, мы с тобой сразу общий язык нашли. Слушай, я ехать не хочу обратно. Понял? Однозначно, однозначно, понимаешь? Там у меня вот никакого тонуса, вообще никакого. Из меня из всех дыр постоянно что-то течет. Голова постоянно болит. С утра вот завестись часа два. А зубы и волосы иммиграции начали еще в детстве. Поэтому понял, чувак, я туда ехать не хочу. Если ты поедешь туда, я тебе а. отомщу, б. скоро отомщу и с. страшно отомщу. Понял? Ну и да. Да, все, ну, остаешься, в принципе. Какая разница? Питерец действительно не меняется совершенно нигде. Ни это не вылечить, это бесполезно. Не надо жалеть о потере индивидуальности, никуда она не денется. Израильская, как бы, идентичность, она такая другая, что она просто накладывается. Она не вымещает, она просто накладывается сверху и шо. И ничего в этом совершенно страшного. В Израиле я занимаюсь тем же самым, в принципе, чем и занимался в России, то есть... Нет, не пьянством, нет, не пьянством. Вы знаете удивительную вещь? В Израиле нет никакой необходимости пить. Вы все знаете, да? Пить. Нет никакой необходимости. Вы не увидите там пьяного на улице. Ни одного. Я вот там 11 лет прожил. Ни одного не видел. Ни разу пьяного на улице. Просто нет необходимости. Никакой необходимости. Ну, там выпивают, конечно. Но пьяного на улице не увидишь в Питере, потому что... Сразу же... Вроде и жить не такое дерьмо. Поэтому там обязательно надо пить. А там нет никакой необходимости. Удивительное дело. Но я не этим занимаюсь. Я занимаюсь анимацией. Я аниматор. Странное немножко слово, потому что если проституцией занимается проститутка, то анимацией, по идее, должна заниматься аниматка.
Ну, неважно, неважно, пусть будет анимация. Главное, чтобы не мультипликатор. Ненавижу это слово мультипликатор, потому что это что-то такое, размножитель коров, да, на станции где-то должен работать коров, а я мультипликатор, я размножаю всех. Вот, а аниматоры, это отчасти объясняет, почему я здесь. Потому что аниматоры очень любят выходить, на самом деле, поговорить сразу с большим количеством народу, хотя они совершенно не умеют это обычно делать. Они выходят и начинают говорить что-то серьезное, что совершенно несовместимо с духом анимации. Может, мы там в комиссии экспертов провели совещание провести дифференциацию дуги движения жопы кота при сажании на горшок и провести некие изменения, чтобы добавить эффекта комичности к этой дуге путем тангенса. Что-то вот такое совершенно не касающееся анимации. А почему они так любят выбираться? Потому что, в принципе, аниматор это такой затворник, такой заросший такой. Раньше, когда еще была бумажная анимация, они как-то еще собирались в студии. А сейчас уже с компьютером нет никакой надобности никуда идти. Поэтому аниматор это что-то такое стоящее, заросшее, такое страшное, которое сидит целыми днями, вообще ничего не знает, сколько времени. И у него никаких у него ориентиров, кроме дедлайна. И только вот 9 часов до чего? Ни день, ни ночь, ничего не знает вообще. Паутины весь покрылся, и у него какой-то липкой субстанции из фильмов ужасов. Такой Хагрид, только с толстой жопой, такой здоровший. А социальные-то потребности есть, вот поэтому очень удобно раз в полгода выбраться так, пообщаться сразу с большим количеством народа, для того, чтобы потом спокойно опять запереться еще на полгода в своей каморке, что я сейчас и сделаю. До свидания. Это очень удобно, именно для аниматора. Я вам скажу один последний случай на крайняк, уже про аниматоров, про замечательных, как они делают наш мир. Я в 90-х годах работал в одной конторе, большая контора аниматоров. Если когда-нибудь видели рабочее место аниматора, у него обычно около компьютера стоит зеркало. Для чего? Понятно, для чего, чтобы кривляться, а потом это рисовать. Там. Потому что память-то она фрагментарна, а там посмотреть все время. Вот, а там была большая контора, значит, и для всех, конечно, зеркал не хватало, поэтому поставили одну в курилке, большое одно зеркало. Вот, и я в первый день, когда пришел на работу в эту, значит, анимационную контору, захожу в эту курилку, а да, почему-то приветствовалось курить, наоборот, потому что отдыхал человек. Захожу и наблюдаю такую картину. Стоят два мужика. Один, значит, в полуприседе вот так вот. У него вот здесь какие-то подушки навязаны. А сзади к пяткам привязаны пустые бутылки Кока-Колы. Стоит, значит, такой в таком прикиде. Другой мужик сидит у него на плечах. Но не как вот дети сидят вот сюда ногами, да? А наоборот. Вот здесь у него жопа. Тот его поддерживает так. Верхний, значит, сидит. Вот так делает лапки, как хомячок. У него здесь трубка туалетной бумаги. И он махает головой и кричит что-то такое, типа, давай, иди назад, давай топай. И тот, значит, отворачиваясь от, наверное, не самых ароматных штанов, просто пытается идти назад, и в какой-то момент, естественно, падает, поднимая фонтан окурков просто. Все это рушится, конструкция. И я такой ошалевший, просто опять со своей любимой челюстью упавший. И они, увидев меня, говорят, что ты там еще залип ты? Давай, иди, давай, помогай. Че, попридержишь за маечку, не видишь, рушишься. Иди попридержишь за маечку. Оказалось, что в тот момент делали, да, проект про динозавров трехмерный. Ну и нужно было изобразить их движение каким-то образом, учитывая, что у них коленки назад. То есть поэтому он стоял наоборот, сидел и пытался двигаться вот так вот назад. А Ютуба тогда не было еще. Да и я вам скажу, знаете, как бы все, что сейчас есть на Ютубе, это вот эти два придурка и сделали. И вообще весь современный мир, который в последнее время весь такой виртуальный, его, знаете ли, сделали вот эти вот вонючие аниматоры запухлые. Это ваш мир теперь. Большое спасибо.
Спасибо.